Здравствуйте, дорогие друзья. Позвольте открыть традиционный осенний бал. Осенняя пора качей очаровать. Надо вталить, будто я умираю. Извините. Помещение освобождают, ключ, сейчас заседание состоится. Какое такое заседание? Судебное, очень судили. Тут на пакость начало больно много. Ну что ж, посмотрим, что заседание и за что осень. Всем встать, суд идет. Всем встать. Слушается дело по обвинению осени в тоске и унынии, в холоде и слякоти, распространении ОРЗ и гриппа. Слуг не заставляется прокурору. В ночь с 31 августа на 1 сентября был совершен переход от лета к осени. Подсудимая тайно прокралась на территорию нашего поселка и принесла с собой не только холод, ненасть и слякоть, но и массовые заболевания. Кроме того, в дневниках учащихся вновь появились двойки. Подсудимая, понятно ли вам обвинение и признаете ли вы себя виновным? Нет, Ваша честь, не виновата я. Хорошо. Сторона защиты желает высказаться по сути данного обвинения? Ваша честь, позиция стороны защиты будет высказана в ходе судебного следствия. Ну тогда заслушаем свидетеля обвинения. Египетская сила, ага, попалась и шлисти разбросала. Слякоть развела, кругом лужи, жильцы жалуются. Да я из-за тебя премиальник за 2 месяца лишился. Да я же не со зла, ведь моя пора пришла, моя. Давление на мою подзащитную. Бей ее! Порядок в зале суда. Сидите, сядьте на место. Да ладно, Ваше Высочество, просто я подумал, вычеркнуть из календаря ее надо. Никому она не нужна. И жена моя так же думает, правда, Михаил? Да-да, а то люди грязь несут в помещение, а я убираю последних. Протестую, Ваша честь, вина моей подзащитной еще не доказана. Пригласите следующего свидетеля. Это что еще такое? Почему вдвоем? Один не может разговаривать, у него голос гусавый. Ну ладно, что вы можете сказать по сути дела? Да ну ее эту осень, только денежную юбочку. Машина какая-то, туфли на шпильке, листья цепляются. Пока ты школы дойдешь, грибаешься, как можно. Еще у нас макет. Вот видите, это кошмар. Вычеркнуть ее из календаря надо. Расскажите, пожалуйста, что с вами случилось по дороге в школу? Недели мы с Катькой новенькие юбочки. У Катьки такая пуговка, тут разрезик, поясок такой. А у меня беленькая такая. Тут рючечки, рючечки, рючечки. Свидетель, где же к делу? Ну я и говорю, идем мы такие с Катькой, и тут какой-то гонщик окатил нас из лужи с головы до ног. Катька слегла с нас, но я так и не смогла юбочку стереть. Протест. Мы здесь рассматриваем конкретное дело, а за рулем автомобиля была не моя подзащитная. Протест принимается. Еще вопросы свидетелей есть? Не имеем. Объявляется перерыв в суде на заседании. Там, по-моему, без, там где-то заработали. Что такое осень? Это сырость, лужи,
ОРЗ или небо? Сырость. Сырость. Небо. ОРЗ. Небо. ОРЗ. Ну, из песни-то, значит. Целый мир освещает твои глаза, если защемило палец в дверьми, ночью ищешь выпавший ключ, если или в сердце живет любовь. В сердце живет любовь. Первый Дима сказал, по-моему. Не треснул мил напополам. Алена с Катей сказали первыми. Все ходят с молотком. Алена с Катей. Шатает шамон или летит ночной дозор. Летит ночной дозор. Дозор. Алена. Музыку. Продолжается судебное заседание по обвинению осени. Приступаем к допросу подсудимого. Подсудимый, встаньте. Подсудимая, как вы можете пояснить появление луж на дорогах? Там в нашем поселке лужи в каждом переулке. Почему я должна за вас все отвечать? А чем вы объясните грязь? Грязь-то откуда берется? А грязь это время. Обычное явление. Осень же пришла, а некоторым, между прочим, вместо шпилек резиновые сапожки надо надеть. И в общем, надо меньше пачкаться. А что вы скажете про двойки в дневниках? Опять и ни при чем. Учиться ребятам надо. Надо. Чтобы в дневниках двоек не было, учить надо. Ваша честь, разрешите предоставить доказательства, которые опровергнут версию о том, что у ребят в дневниках одни двойки. Разрешаю. Я задаю вам вопросы, а вы даете ответы. Правда ли, что американцы едят соленые огурцы с жиром? Да. Да, правильно. На Кавказе солят арбузы? Да. Да. Правильно, да. В Узбекистане солят дыни? Нет. Нет! Нет! Пословица «В здоровом теле здоровый дух». Это он еще выбирает, что ему надо? Просто так. Давай. Не давай. Не давай, может, не хочет есть? Я не знаю. Пословица «В здоровом теле здоровый дух» имеет продолжение «Редкая удача». Да. Да? Да. Чтобы прорыть тоннель длиной 1 метр, кроту требуется 1 час? Да. Да. Нет. Ему требуется 6 минут. Лишайник может съесть камень? Да. 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 Да, правильно. Нет. Осьминог останется почти белым? Да. Да. Да, правильно. У крокодилов жир зеленого цвета? Не слышал. Да. Да. Нет. Да, правильно. Верблюды хранятся в пасовых резервах? Да. 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 Нет. Нет. Там хранится. Ну, ну, хорошо. А как насчет ОРЗ? Ваша честь, я попрошу допросить моего свидетеля, который на этот вопрос ответит. Ну, давайте вашего свидетеля. Скажите, свидетель, в какое время года чаще всего болеют ОРЗ? Минуточку. Как? Ну что ж, мышки мои наружки. Должен вам сказать, что пик заболеваний приходится на холодное время года. Что и требовалось доказать. Не болеют люди не только осенью, круглый год болеют белочки мои чернобыльские. Что и требовалось доказать. А участники процесса прекратите этот детский сад. Соблюдайте порядок в зале суда. Вам должно быть стыдно. Что это? Как можно защищать эту отвратительную осень? А я не понимаю, как можно обвинять осень в том, что у вас иммунитет ослаблен. Это все равно, что обвинять хирурга в том, что вам здоровый аппендикс не удалил. Закаляться надо, товарищи. Никита. Никита. Никита.
Один? Потом еще позовем. Так, хорошо. В общем, сейчас вам Никита будет что-то показывать. Вы должны будете угадать, куда он вас зовет. Куда он вас зовет? Ну, позови куда-нибудь. Иди сюда. Пошли со мной. Иди сюда. Иди куда? Пошли на дискотеку. Еще один человек. Ну, иди пока. Пошли на рыбалку. Еще один человек. Сейчас тебе разберу. Я выходил. А что такое? Пал? Ты понял, что тебе сказали? Понял? Да. Ну, давай, зови. Ну, пробуй, зови, говори. Показывай. Можно я? Так, ну подскажи тебе, подскажи, куда позвать. Поедай. А, поедай. Стадион? Стадион? Спортзал? Спортзал, да. Правильный ответ говорите. На балет. Еще один человек. Алена, иди. Тому, кто показывал, то тоже, наверное, конфетки даете? Теперь Эдику то тоже конфетки? Нет, он не давай. Это у меня конфетки. Я не знаю, где показать. Так. Молодец. Уважаемые участники процесса, у вас имеется вопрос свидетеля? Да. Не имею. Пригласите следующего свидетеля. Ну, сколько мыслей, сколько озарений являются в тоскливости осенней, сколько новых строк стихотворений, дождя, мелодий, ветра, песнопений, и собираю дары в мире, как красота спускается на землю. Какие прекрасные слова. Но мы отвлеклись. Свидетели, что вы можете сказать по сути дела? Осень – это время задуматься о чем-то вечном и прекрасном. Как прекрасно видеть осенью по аллеям любимого города, усыпанной разноцветной шуршащей листвой. Хочется рваться и мчаться в порыве ветра при первой же возможности. Что же хорошего в мертвых листьях и пронизывающем ветре?
чем зеркальный смысл погоды, это что суждение трех. Осень — это только время года, причем одно из четырех. Взять бы тебе метлу в руки, да отправить на аллею мечтать о вечном. Это все, кто осенькает, не улавливая суть. Хорошо, что лишь чихает, а тут может кашлянуть. Да я тебя! Тишина в зале суда. Свети, сядьте на место. Коллеги, есть еще вопросы, свидетель? Лично мне все ясно, у меня нет вопросов. Слово предоставляется прокурору. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, я считаю, что вина подсудимой полностью доказана. Этому, с позволения сказать, времени и года не место в нашем календаре. Поднимите руки те, кто пострадал уже от этой красавицы. Поднимите, поднимите, не стесняйтесь. Я дважды. Видите, сколько пострадавших. Конечно, доктор нам сказал, что болеет больше в холодное время года. Именно на холодное время года. Я предлагаю осень наказать. И это будет правильно, по заслугам. Спасибо, мне все. Слово предоставляется адвокат. Уважаемый суд, неужели можно наказывать за то, что ты пришла лишь в то, что когда тебе надо? Скажите, у кого день рождения осенью? Вы хотите остаться без дня рождения? Нет. Видите, они не хотят остаться без дня рождения. Уважаемый прокурор, холодно бывает не только осень. Бывает зима холодная, лето бывает холодное. Весна бывает холодная. Я предлагаю полностью оправдать мою подзащитную. Спасибо, у меня все. Подсудимая, вам предоставляется последнее слово. Что я могу вам сказать? У природы нет подруг того. Каждая погода благодать. Ваша честь, мне нужно оправдать. Отпустите меня, а? Суд удаляется для постановления приговора. Именем Матушки Природы, руководя здравым смыслом, действуя во благо человечества, суд постановил подсудимую осень оправдать, ввиду невозможности существования без нее. Ура! Ваша честь, как ни слова, какие у вас были? Пожалуйста. Приговор окончательный, обжалование подлежит. Время дается, да, Надя, или что? Время? Надя.
Максу. В общем, командам надо было написать письмо продавцу от имени какого-то продукта. Какого получилось смешнее, будете выбирать сами. Мальчики, девочки. Девочка, могу спать. Привет, меня зовут Василиска. У меня к вам претензия. Почему меня слишком мало покупают? Может, из-за того, что я дорого стою, так сбавьте цену где-то до 10. И почему я лежу в морозилке рядом с мясом и рыбой? Я потом не очень приятно пахну. И еще сбавьте, пожалуйста, калорийность. От меня толстеют и стараются как можно меньше покупать. Но я же вкусная. С уважением, мисс Сосиска. Я сметана. Пишу заяву на продавца. Почему со мной стоит кетчуп, а не молоко? Кетчуп просрочен и кушать нет. Молочные продукты, а не кетчуп. Все? Утирайте в голову. Ну, молодцы команды, обе справили задачи. Да раздавайте конфеты всем участникам.